Всем привет! Сегодня будем готовить быстрый и вкусный завтрак из того, что есть под рукой. В итоге получается своего рода пицца, для которой не надо замешивать тесто. Выгодно и удобно. А главное, вкусно и сытно. Для приготовления нам понадобится 3 яйца, 5-6 ломтиков батона, кусочек сыра грамм 80-100, пару ложек кетчупа или любого другого соуса, кусочек масла, зеленый лук пучок, соль, перец и 50 мл молока. Точное количество всех ингредиентов будет указано в описании под видео. Сначала проведем небольшие подготовительные работы. Сыр натираем на мелкой терке. Зеленый лук измельчаем ножом. Для удобства перерезаю его пополам и нарезаю тоненькими такими маленькими кусочками. Ломтики батона примеряем к нашей сковороде, чтобы хлебушек максимально плотно потом покрыл все дно. Ну вот примерно вот так у меня будет. И кусочек я разрежу на небольшие части, чтобы заполнить недостающие места. Вот так. Вот так. Затем батон из сковороды забираем. Разбиваем в миску яйца. Добавляем соль, перец, вливаем молоко и хорошо размешиваем венчиком. Теперь ставим на плиту сковороду, кладем туда кусочек масла. Ждем, пока оно растопится. Огонь небольшой. Вот так смазываем хорошо. Ну, пока расплавится оставшееся масло, можно уже обмакивать батон во взбитых яйцах. Выкладываем ломтики смоченного батона на сковородку. Плотненько стараемся максимально заполнить все места. Ну, тут нам понадобятся кусочки, которые мы подрезали. Сверху на ломтики батона выливаем оставшуюся яично-молочную смесь. Распределяем равномерно, чтобы все кусочки покрыты были ею. Накрываем сковородку крышкой и жарим на небольшом огне 5-7 минут. Прошло 5 минут. Смотрим. Так, блинчик наш уже поджарился хорошо снизу. Сейчас я его аккуратненько переверну. Можно воспользоваться тарелкой подходящего диаметра. Вот так вот накрываем, переворачиваем, возвращаем сковороду. И этот блинчик аккуратненько перекладываем с тарелки уже кверху поджаренной стороной. Так он получится целенький и красивый. Смазываем его теперь кетчупом. Посыпаем зеленым лучком.
распределяем равномерно его по всей плоскости. А сверху раскладываем тертый сыр. Закрываем сковороду опять крышкой и готовим до полного расплавления сыра. Минут 3-5. Прошло 4 минуты, сыр расплавился, можно подавать к столу. Вот и все. Быстрый завтрак из хлеба и яиц готов. Получилась своего рода необычная пицца без теста. Приятного аппетита и пусть вам будет вкусно! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Вот так наша пицца выглядит в разрезе.